Знайти роботу за покликанням та фінансовою винагородою – мрія багатьох. Як же зробити це правильно та так, щоб у вас усе вийшло, знає наша наступна гостя Оксана Сергун, керівниця кадрової агенції. Дуже рада бачити вас сьогодні, пані Оксано. І будемо говорити про те, що як же зробити так, щоб ваша робота прийшла до вас і щоб ви були нею задоволені. Як знайти роботу і які ж методи потрібно використовувати у цій справі? Мы сейчас с вами живем во время, когда большое очень информационное поле, которое можно использовать. То есть можно использовать как все сайты, которые есть, HeadHunter, Работа, Work, Jobber, любые, да, так и, в общем-то, информацию о компаниях. То есть сейчас эта информация более-менее доступна и открыта. Есть специализированные сайты, где можно зайти даже посмотреть, кто владелец компании, какой у них уставной фонд, а также можно использовать активно социальные сети и обмениваться информацией с людьми, которые работают в той или иной компании. Сначала просто нужно определить, насколько, какая культура компании интересна человеку, потому что одному интересны различные мероприятия, активность, бег, чтение книжек, а другому наоборот, чтобы это был рабочий день с 9 до 6, чтобы это было спокойное выполнение понятных должностных обязанностей. Поэтому сначала нужно все-таки определить, что вы хотите найти. Так, ну, по-перше, це трошечки подивитись на себе, так? Дізнатися, які ж ви маєте можливості, так? Це перше, так. Можливості маєте. І які у вас є бажання? Бо дуже часто буває так, не співпадає. У людини такі бажання, а можливостей трошки менше. Тобто треба розуміти і адекватно сприймати те, що стосується вас особисто. Так. От як зробити таку оцінку себе і оцінку тої задачі, яка стоїть перед вами? Во всех требованиях к вакансиям обычно указывают жесткие какие-то есть требования и критерии. На это нужно обращать внимание. То есть есть какие-то личностные качества, а есть жесткие критерии, то есть выполнение определенных задач. И есть компании, которые обучают под эти задачи, есть, которые не обучают под эти задачи. В интернете, в принципе, есть много тестов на обучаемость, на интеллект. И нужно согласовать то, что есть вакансии, с тем, что у вас на самом деле есть. Угу. Используя как тесты в интернете, так и есть специализированные агентства, специализированные специалисты, которые этим занимаются, в общем-то. Угу. Есть платно, есть бесплатно. Нужно просто задаться этим вопросом. Сейчас, как говорят, Google в помощь. Так, ну, то есть, зараз трошки легче с этим, так? Якщо людина дуже часто, але ж люди дуже часто розчаровуються і вважають, що ось, ну не можу знайти роботу, ну так от вона мені не підходить та робота, чи я не підходжу, чи якось отак от люди дуже часто шукають, бігають, не знають, і тому виникають проблеми. Как позбутися цієї ситуации? Ну, так как у нас передача не рекламная, то есть я не буду рекламировать себя, да, обращайтесь ко мне. А скорее мне нужно вам дать направление, как действовать в этой ситуации. Поэтому, если у вас уже есть какая-то работа, которой вы недовольны, и она вас не устраивает, то попробуйте хотя бы каждый день какое-то маленькое улучшение вносить. Вот это очень работает, да, каждый день что-то новое, что-то лучше, что-то в документе, на рабочем столе, и вы обратите внимание, что за месяц как-то ситуация изменилась, а вроде не такая уже плохая у меня работа. При этом вам не запрещается реализовать свое какое-то хобби. Вы всегда знаете, что вам нравится, что вы любите. Вы просто пошли на поводу у родителей, у друзей, а в душе-то вы понимаете, что вы больше всего любите. И если вы используете хобби и потихонечку в него потихонечку вкладываете какую-то часть времени, тем более сейчас все, что хотите, кузнечное дело, гончарное дело, танцы, все что угодно. У нас масса примеров, когда человек пошел на танцы и сделал это своей профессией, да, то есть, треба пробовать, а надо пробовать, и сейчас действительно такое время, когда есть различные сайты типа Кабанчика, когда вы можете фрилансера, когда вы можете предложить свои услуги людям, да, а они уже выставляют вам рейтинги. И вот если у вас рейтинг будет расти, тогда вы будете понимать, что да, я выбрал все-таки путь свой правильно. И можно сейчас совмещать работу основную с какой-то подработкой и посмотреть, в какую сторону у вас перевесит ваш плюс. Можливо, десь, справді, можливо, ви працювали усе життя, а тут хобби виявилося хобби, для вас важливішим. Масса таких примеров, да, когда люди перешли потом в хобби и получают удовольствие от жизни. И заработная плата, безусловно, доход ваш растет.
растет с моментом, когда вы уже более квалифицированы, и когда вас на сайтах, где есть рейтинги, уже оценивают более высоко. Так, що потрібно знати пошукачеві роботи в першу чергу? От на що орієнтуватися? Все-таки я считаю, что сначала нужно навести справки о той компании, в которой бы вы хотели работать. Сейчас это, ну, есть такая возможность у вас это сделать. Потому что вам нужно понимать, какая культура и какие ценности у компании, и чтобы они согласованы были с вашей культурой и с вашими ценностями, чтобы вы потом не мучились. Потому что вроде как большая зарплата хочу, а там очень-очень много требований, задач и нюансов, которые у вас в душе душа не получится. Душа не лежит, как то кажут, да, так, а да. Потом людина поэтому будет... все-таки нужно об этом задумываться, безусловно. Тем более можно эту информацию всю сейчас найти. Так, а что вымагают в первую очередь? Вот вы кажете, что могут быть такие вымоги, что прям людина не может выполнить. Ну, чи ей будет важко? Что найперше и найголовніше вымагает работодатель? Любимая фраза сейчас у работодателей – вот хочу с горящими глазами. Да? Ага, а все понимают, что такое горящие глаза. Так вот, горящие глаза – это кандидат. Вот приходит 10 кандидатов, да, к работодателю, а он хочет именно того, который говорит, я хочу работать у вас, я вот, я так читал про вас, я знаю про вашу компанию, мне так нравится ваша корпоративная культура, мне нравятся ваши особенности, я хочу у вас работать. Вот это вот эти вот горящие глаза, когда ты, но будь готов, что тебя все-таки детально спросят, что ты читал, а не так, что ты, да, схитришь. Поэтому вот это нужно об этом задуматься, что когда вот тебе действительно хочется в этой компании работать, вот здесь и большие-большие плюсы. То есть, может быть, недостаток квалификации или знаний, но компания впечатлится твоим желанием. А, ось так, бачите. Да. И тут найголовніше не те, що людина вміє, а як вона хоче, яке в неї бажання. Як вона ставиться. Тут більше, як вона ставиться вже до роботи, до того майбутнього. Але ж дуже часто роботодавці можуть і десь схитрити. Можуть запропонувати вам одне, а потім виявляється насправді зовсім інше, і так далі, і так далі. Тобто є дуже багато різних нюансів. От як не потрапити на гачок? Опять-таки, корпоративна культура наведення справок. Тому що, якщо, наприклад, ви бухгалтер, главный бухгалтер. У вас много работы, это очень сложная сейчас профессия. И если у вас, у вашей компании, как требование по субботам вы какое-то мероприятие, например, бегаете кросс или читаете книги, и для вас это, ну, неприемлемо, то это будет отражаться потом на тому, как компания будет к вам относиться. И вы там все равно работать не сможете, потому что вы будете недовольны, вам будет это не нравиться. И компания, как правило, ищет в этой ситуации вот именно человека, который вот в ключе компании, да, то есть в потоке, которые работают вместе с ней. Какие еще могут быть нюансы в наших компаниях, наших украинских компаниях? Ну, нужно, конечно, обязательно спрашивать все-таки даты выплаты зарплаты. Мы сейчас не говорим о законах, но, тем не менее, у нас еще есть в городе случаи, когда компании выплачивают зарплату в конце месяца следующего за отчетным. Если у вас есть какие-то обязательства, для вас это важно, то нужно это уточнить, потому что для вас это может быть неприятным сюрпризом. Да? Также могут быть какие-то тренинги, которые, оказывается, должны вычеркнуть частично оплачивать. И для вас тоже это может быть сюрпризом. Поэтому все-таки лучше список написать вопросов перед собеседованием и их поуточнять, и тогда уже принимать решение. То есть, какой процент плюсов, какой процент минусов. Пані Оксано, справді, кажуть, треба прописати собі і одразу розуміти, і не боятися ні в жодному разі ставити усе, що вас турбує. Конечно. Бо подеколи якийсь, можливо, нюанс невеличкий, про який людина думає і так зрозуміло, так? А він потім виявляється важливим, і для керівництва теж це було незрозуміло. Чому ви не запитали ще з самого початку, аби потім не було проблем? Не бояться задавати питання. Зараз ми вийшли в недостаток квалифицированных и неквалифицированных специалистов. Мы сейчас в демографической яме. Мы сейчас очень большой недостаток вообще людей всех профессий, поэтому ваша работа вас найдет. То есть вы обязательно работу найдете. Но список и задавать вопросы обязательно нужно. Вот вы так замотивовали, насправді, что я так думаю, что никого не залишиться байдужим. И те люди, які боялися, які ще думали, як же так знайти роботу, вони зараз не будуть так думати. Вони будуть брати, а робота робити. Найдется для всех. И шукать. Вот когда у нас на сайтах по работе будет ноль вакансий, тогда мы скажем, что у нас безработица. Ну, у нас сейчас безработицы нет. Це неможливо. Насправді, дуже багато людей повиїздили за кордон. От я якраз до того нашого питання якраз і додам оце. З приводу пошуку роботи за кордоном. Чи знаєте ви якісь нюанси і як би ви охарактеризували взагалі роботу там?
Если вы едете за границу для того, чтобы приобрести какие-то знания, то есть повысить квалификацию, улучшить свои какие-то особенности, получить международный опыт. У нас был случай, когда компания настолько была старое уже управление, что они готовы были брать и повышать буквально, то есть за 2 года ты можешь стать чуть ли не членом правления компании. Mm-hmm. Тогда да, тогда это позитивно. Более того, все равно эти люди потом когда-то вернутся к нам, и они принесут нам новый международный опыт. Это интересно. Более того, есть такие люди, которые уехали, которые попробовали, поработали и создали там свои бизнесы. Это, безусловно, позитивно, потому что они все равно продолжают с нами сотрудничать, дают нам заказы. Если же просто как гастробайер, ну, нет смысла, у нас уже растут зарплаты, и сейчас задумывается наше руководство страны, что с этим делать, да, с таким массовым выездом. Есть компании, которые об этом уже стратегически мыслят и задумались о том, чтобы повысить зарплаты. И, по сути, если вы вычтите расходы, которые за границей по гастарбайтерам, то скоро будет Україна платить такі ж точно зарплати. Ну так, ну треба ж розуміти і підрахувати, якщо ви будете там винаймати житло, якщо ви будете харчуватися, так, то все ж треба розуміти, скільки у вас залишається грошей і чи не будуть вони ті ж самі, що і тут у нас можна заробити в Україні. Там теж є продвіження і є шанси, але вони... Не так их много, как хотелось бы. Да? То есть есть единичные случаи повышения, есть единичные случаи успеха, но мы как раз только и знаем о тех единичных, и не знаем о тех сотнях неудач. И там же тоже бывает ситуация несоблюдения охраны труда. То есть какие-то... А там ты, если неофициально оформлен, там могут ну, быть все, большие сложности. Ну все, ты же тогда будешь да. без захисту, абсолютно. И это треба теж розуміти про все це. А с приводу, от взагалі, якщо ми оцінимо наш ринок праці, ринок того, що є зараз в Україні, то більш кваліфікована праця вважається запитаною чи навпаки? Зараз ти можеш сантехніком заробляти 30 тисяч. Пожалуйста. Ну, то есть сейчас любая рабочая специальность высокого разряда, ты все равно можешь найти себе высокооплачиваемую работу. Сейчас настолько интересно, что если ты рабочий, то ты можешь зарабатывать ту же $1000, ради которой, собственно, едут за границу, да, и ты можешь быть финансовым директором и зарабатывать ровно столько же. Угу. Поэтому здесь скорее идет речь о квалификации. Просто если у тебя высокая квалификация и достаточный опыт, и есть еще один момент, наши работодатели обмениваются информацией. У нас есть работодатели определенного рынка, которые могут позвонить друг другу и уточнить. Поэтому здесь как раз, если ты у тебя высокая квалификация, тебя рекомендуют, а тебе говорят, а тебя хвалят. И поэтому ты не будешь без работы. Поэтому, возвращаясь на 5 минут назад, то есть заботься о своей квалификации и ничего не бойся, и у тебя будет работа. Так, ну, тобто, треба націлити свої знання, до чого я веду зараз. Ми повинні зараз сказати нашим глядачам, от на що їм треба орієнтуватися. Перше, отримувати освіту, так? Ну, от так. Як ви вважаєте, перше, це освіта? Скорее, навіть не образование. Сейчас, на сьогоднішній момент, вже беруть без образования. Ви знаєте, є случаи, коли і 17-летніх, і 16-летніх вже привлекають, і вони зарабатують більше, чем те, кто вышел в 21-22 после вуза. Поэтому скорее нужно развивать какие-то другие качества, то есть знания, умения, техничность, обучаемость, насколько это возможно. Швидкість, можливо, так? Швидкість реагування в деяких ситуаціях, в деяких випадках, можливо? Это корректируется незначительно. Так, ага, ну це те, що ви сказали. Та скоріше заложено вже, поэтому это корректируется, но незначительно. Угу. Скорее нужно просто думать о том, о завтрашнем дне, и здесь есть как раз элемент, вот такая была очень известная фраза, что то, что ты делаешь сегодня, сейчас, да, ты создаешь свое будущее. И, по сути, оно как раз в работе тебя настигает очень быстро. Угу. Потому что то, насколько ты сегодня квалифицированный, ты буквально через полгода получишь за это уже свой результат в виде либо предложения интересного, либо в виде там, мотивации, каких-то еще преференций, либо если ты, наоборот, некачественно выполняешь свою работу, то со временем тебе придется действительно ее менять. Ну так, в другом ну, направлении. Наостанок, еще, пані Оксано, хочеться почути від вас справжні такі рекомендації, які працюють от, для усіх, хто нас зараз дивиться. Будь ласка.
Во-первых, пожалуйста, сейчас действительно такое очень благоприятное время. То есть каждый может добиться успеха, достичь. Но обратите внимание, вот те, особенно кто старше 40-45 лет, в этом плане, между прочим, мне кажется, нам надо их поддерживать. Молодежь, она работает уже. Практически там с института, со школы скоро будет работать. Вот. Но вот те люди, которые старше 45, они, им трудно найти работу. Они переживают, они уже опускают руки. Так вот, первое, не опускать руки. То есть, пожалуйста, сейчас очень много вариантов. Нужно сделать нормальное резюме. Нормальное подразумевается, оно должно отражать действительно ваши достижения. Угу. Не перечень из должностной инструкции, что делают иногда. Взяли, вставили копию должностной инструкции и делай с этим, что хочешь. Нет. Пожалуйста, реальные достижения, даже если они кажутся вам незначительными, ну это же обычное дело. Нет. То есть должны быть достижения в резюме. Резюме должно быть структурированное, корректное, с шрифтами понятными, да, то есть аккуратное, чтобы оно было читабельным. Вот. Если это молодежь, то здесь, наоборот, нужно сказать «я хочу, могу, буду». То есть оно должно отражать вашу энергию, ваше резюме. Оно должно быть, фотография должна быть... Когда запрашивают работодатель фотографию, не потому что хочет посмотреть, насколько вы красивы, он хочет посмотреть, насколько вы... Ваше выражение естественного лица, ваше... как вы себя чувствуете вообще? То есть, скорее смотрят на характер, на вашу энергию, да, которая тоже фотография отражает. Поэтому обратите на это внимание, что фотография должна быть вот вы такой, какой вы есть. Да, если вы угрюмый, ну, значит, вам будут предлагать работу где-то тоже иногда нужно, да. Вот. Качественное резюме. Искать варианты. Продумать, где вы можете работать. То есть, какая компания для вас наиболее интересна. Совместить это с теми своими знаниями и умениями, которые у вас есть. Вот. И биться, стучаться, то есть искать, направлять резюме и спрашивать, когда человек вам отвечает или когда берет трубку, не давить на него, а пытаться все-таки выяснить реальную какую-то картину, то есть которая для вас важна. Почему у нас очень часто не дают обратную связь? У нас люди не готовы слышать критику. Им очень тяжело. Поэтому, значит, нужно подумать об этом, чтобы быть готовым услышать то, что вам, ну, не может не совсем вы согласны или не совсем приятно, но нужно с достоинством это воспринимать. Я вам дуже дякую, пані Оксана. Справді, цінна інформація, от цінна в плані того, що ми почули сьогодні, і як нам далі діяти і рухатись. Я так сподіваюся, що у людей виникне зараз бажання знайти те, що вони шукали. Якщо навіть зараз так така ситуація, що ніде немає, ніде ніяк ви не можете, то подумайте, як це краще зробити. Ну, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.